Приветствую всех на моем канале, и сегодня будем тюнинговать машину. Для этого тюнинга я взял вот такой вот, взял такую небольшую пожарную машину. Планов у меня на нее пока что нету, и что с ней делать буду, этого я тоже пока что не знаю. Ну, единственное, что у меня возникло, я хотел бы вот это вот убрать. Ну и, наверное, сделать эту машину повышенной, так скажу. Может быть, я возьму другие машины и от них буду брать детали. Давайте посмотрим, что внутри у этой машины. Хочу сказать, что внутренность у этой машины довольно хорошая. Я даже не ожидал от нее такого. На самом деле, вот эту всю часть можно просто взять и выбросить. Она не нужна. То есть, самая важная часть для того, чтобы держались колеса, вот эти вот две части. Вот все. И все остальное можно просто убрать. Конечно, из этой части, вот здесь она прикрепляется, можно эту часть очень хорошо переработать, так что он, потому что она пластиковая, из нее получится, я думаю, хороший задний корпус. Можно будет, в принципе, сделать даже какой-нибудь гоночный вездеход, где тут вон уже лестница отламывая. Какие-то они тут... они совершенно не нужны здесь. Вот, и так что с кузовом буду делать, буду думать, что сделать, а по внутренностям оставлю я вот это вот. Ну, в общем, всю внутреннюю часть машины там дальше. Очень детализированная вот эта вот часть, то есть, ну, более детализированная, чем у остальных машин этого масштаба. Ну, то есть, вы сами можете это наблюдать. И все, он там хорошо держится, пришлось даже попотеть, не знаю, минут 20, наверное, отламывал всякие детали, которые держали здесь. В общем, машинка хорошая, детализированная. Ну, а вот это меня вообще поражает. В общем, сейчас я, скорее всего, стекле сделаю вот здесь вот отверстие для того, чтобы туда как бы ставить что-то типа пушки. Как буду эту машину делать в стиле Mad Max или Crossout. Вот. Но скорее все-таки в стиле Crossout, потому что Mad Max там у меня вряд ли получится в стиле Mad Max, так что скорее в стиле Crossout. В общем, поехали и посмотрим, что у меня получилось. Я думаю, изменения в кузове. А вы, я думаю, помните, что за кузов у нас был. Поймете без объяснений. Ну и также... вы поймете без объяснений, что случилось вот с этой вот части машины. Ну, как и говорил, я сделала здесь просто пушку. Больше пока ничего не сделал. Здесь я ничего менять не буду. Оставлю все как есть. Колеса я подберу нужных размеров и заменю. В принципе, колеса у меня где-то есть. И думаю, вы спросите, а что такое машины в стиле Mad Max? Или Crossout? Что-то на типе вот таких вот машин. Вот. Также у меня есть еще одна модель, которую я сам делал. Вот она выглядит вот так вот. Вот. Ну и здесь я ее уже красил.
Ну, в принципе, прошлую модельку я тоже красил. Ну вот. А, и кстати, откуда я взял пушку и некоторые детали? А вот. Был танк ИС. Я ему снял башню. Вытащил пушку, и как видите, пушка обрезана. Не знаю, я сфокусировалась с камерой. Также я от него брал другие детали на другие машинки. Вообще, у меня еще возникла мысль куда-нибудь приделать башню от этого танка. Вот. Но сейчас я быстренько сравню колеса. Итак, вот, кстати, какие колеса я подобрал. Очень даже неплохие. И можете заметить, какие размеры были, какие станут. Я примерился, все подходит. Вот он просто для примерения. То есть вот насколько больше колесо. Больше изменений нету. А выглядит это будет как-то вот так. Ну, то есть, совершенно по-другому выглядит. Я, наверное, даже оставлю вот эту вот деталь. Потому что если так, то она не налезает. Но она, скорее всего, будет где-то вот так вот. Все будет нормально. Потом я, конечно, покрашу. Это замечательный корпус и все остальное. Но пока посмотрим на то, получится ли у меня вообще что-то. Ну, вот что у меня получается. Я думаю, на этом я пока что остановлюсь и буду раскрашивать. Я раскрашу, ну, может быть, я еще пару вещей добавлю. Я думаю, что узнать будет вообще невозможно. Ну а так, вот старые колеса, вот новые колеса, получилось довольно прикольно. Мне, честно говоря, нравится. Единственный вопрос стал в том, чтобы закрепить все это. Это было неимоверно трудно. До сих пор зад болтается. Но с этим ничего не поделаешь. Ну и вот что вышло. Нравится, мне очень нравится вот тут, кстати, снизу. Проработано хорошо. Ну а так. Сейчас покажу, что получилось. Вот что у меня получилось. Здесь вот, как вы видите, я сделал обычную банковскую карту, обрезал и вот сюда приклеил. Покрасил машину вот в такой вот цвет. Выглядит очень-очень хорошо. Вот. Можно было, конечно, полностью красить в черный, потом докрашивать цветом грязи. Вот, но я решил все-таки сделать вот так вот. Ну и сзади я еще просто куском пластика от этой машинки заделал заднее стекло. Можно, конечно, боковые стекла тоже как-нибудь там, не знаю, расчистить. Еще что-нибудь придумать для них, но думаю, это уже будет лишним. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.